Если можно, я тогда пока какие-то слова скажу. Ольга Кантор, простите меня, Геннадьевна, да, я запамятовал ваше отчество. Ученица. Ой, совсем плохим я стал. Семена Спивака. Спивака, да. Он очень знаменит и в решении обратных задач, и в решении тех задач, о которых сейчас будет рассказывать докладчик. А присутствующий здесь Крянев Александр Витальевич, он тоже большой специалист по решению обратных задач из школы Тихонова, ученик Арсения Василия Яковлевича, и занимается, как сказать, изучением и диагностикой состояния атомных реакторов, ну а также и финансовых рынков по совместительству. Васильев Сергей Анатольевич, он тоже по происхождению из прикладной математики, он не то чтобы обратные задачи, но численные методы сложных задач с погранслоями – это опять-таки Тихоновская школа через Васильеву Аделаиду Борисовну, ну а учителем у него был Жидков Евгений Петрович из Дубны. Он же был Жидков и моим учителем, и большим другом Александра Витальевича Крянева. Вот, так что он в каком-то смысле из единых. А вот и Сергей Геннадьевич к нам присоединился. Это Так, Олег, участник. добрый день. Да, здравствуй, Сергей Геннадьевич. Мы ждали. Теперь, когда все в сборе, я думаю, что мы можем и начинать. Тогда вот Руслан сделает доклад совместный со своим научным руководителем. Ну и а почему здесь написано до сих пор кандидат физмат-наук? Вы же уже доктор физмат-наук, Ольга Геннадьевна. Ну, я все-таки решила дождаться диплома, чтобы потом уже, ну, иметь полное образование. Распахивать бумажки. Да, Да. именно так. Да. Хорошо, тогда предоставим слово докладчику, пожалуйста. И Да. я включу свой видео, чтобы не забивать трафик. Здравствуйте. А формат выступления, вопросы во время, да? Я думаю, если вдруг такое возникнет, будет хорошо. Да, я согласен, лучше во время выступления. Так, я, пожалуй, начну. Тема моего доклада – это моя магистерская работа, разработка информационно-аналитической системы поддержки принятия решений при оценке риска банкротства предприятий. Вообще, это проблема больше экономическая, вот, ей занимаются экономисты. Начну с теории. У каждой компании в процессе деятельности возникает определенная информация, будь то внутренняя или внешняя информация. В результате этой информации, например, бухгалтерская отчетность, анализируется текущее состояние компании и прогнозируется будущее компании, то есть возможные ухудшения финансовых показателей, наличие или отсутствие риска банкротства. И основой этому лежит экономический анализ отчетности компании, либо разработанные на основе логистической регрессии математические модели оценки риска банкротства. У данных моделей есть определенные проблемы. Это то, что они устаревшие, отсутствие подтверждения эффективности их применения, построены на маленьких выборках и прочее. Так, сейчас следующий слайд. Вообще, при решении задач оценки риска банкротства применяется логистическая регрессия. То есть тут, грубо говоря, решается задача классификации. Нужно оценить, компания принадлежит классификации 0 действующая, либо единица банкрот. Изначально информация
берется из бухгалтерской отчетности. Это основная информация для исследователей, потому что это наиболее доступная отчетность и наиболее информативная. Из этой отчетности берутся показатели исследователя. Ну, здесь на примере двухфакторной модели Альтмана, которая была разработана Альтманом, то есть два показателя, X1, X2, как соотношение из бухгалтерской отчетности показателей. Вот, например, X1 – это оборотные активы, деленные на краткосрочные обязательства. Вот. После того, как переменные подготовлены, исследователь применяет на них логистическую регрессию. Да, изначально у нее вот такой вот вид формулы. Формула переводится в доступный, ну, более удобный для экономистов вид, после чего оценивается эффективность построенной модели, то есть для этого можно использовать метрики классификации, например, точность, нижний, либо процент точных предсказаний и так далее. То есть если модель эффективная, то она применяется, да, соответственно. Вот в чем проблема? Текущие модели, которые являются популярными и активно используются, они не оценены адекватно на эффективность, потому что нет статистических данных, на которых можно было оценить их эффективность. Это во-первых. Во-вторых, данные, большинство моделей построены по отчетностям зарубежных компаний. Это было сделано в период кризиса. То есть нормативные, если в нормальный период развития компании некоторые финансовые показатели, у них нормативные значения одни, то в кризисный период они совершенно другие. И поэтому применять их к российским компаниям в некризисный период неадекватно. То есть текущие модели оценки риска банкротства под вопросом стоят. В соответствии с этим была сформирована цель исследования – это исследовать достоверность. В соответствии с этой целью были поставлены задачи, во-первых, подготовить информационное обеспечение исследования. Вообще отсутствие статистических данных по российским компаниям из-за этой проблемы как раз-таки нельзя оценить эффективность. Данные по бухгалтерским отчетностям, они вроде вот в общедоступной информации в виде запросов на сайте, но итоговых общих данных, когда можно было бы иметь бухгалтерскую отчетность и статусы компаний в большом виде, их не существует в готовом варианте. То есть это первая проблема, с которой сталкивается исследователь в этой области. Вторая задача – это оценить прогностическую способность существующих моделей. Это возможно только, ну, после подготовки информационной базы. И третье – это предложить авторскую методику оценки риска банкротства. В соответствии с первой задачей было решено импортировать пакет данных бухгалтерской отчетности Росстата. В чем заключалась первая проблема? Да, я как экономист, и у экономистов стандартный инструментарий программы – это Excel, макросы, да, там 1С, SAP. С помощью этих программ открыть и даже как-то проанализировать исходный пакет данных не представляется возможным. То есть исходные данные представлены в формате файла CSV. В среднем каждый весит 1,5 гигабайта, и открыть его невозможно в Excel. То есть это первая проблема, с которой я столкнулся, и пришлось использовать объектно-ориентированный язык программирования Python. Вот наверху таблица, характеристика пакета данных. Например, за 2016 год в одном пакете данных 2 миллиона компаний, при этом вот размер 1,5 гигабайта. Исходный формат данных в таблице ниже
Это, получается, каждая строка соответствует компании, одной компании, объекту, и, получается, разделена на точки запятой, разделитель. Всего таких элементов 266, и следующий слайд. Вот, соответственно, первая, это верхняя таблица, это структура данных, то есть это первый элемент, это название компании, второй там классификатор предприятий, и вот самое важное, это с 9 по 265, это показатели из бухгалтерской финансовой отчетности. То есть как выглядит элемент, это длинная-длинная строка, разделенная вот на точки с запятыми, и содержит в себе всю бухгалтерскую отчетность. Но, к сожалению, да, не содержит она данные о статусах компании. Это в дальнейшем про это будет. Так. Вот так примерно выглядит импорт пакета данных в рабочей среде Python. То есть я указываю директорию с файлом. Третья ячейка – это как выглядит элемент под номером 960-259. Это компания PowerTransNeft. Ну, вот в таком формате она выглядит. И чтобы как-то анализировать это все, нужно понимать структуру данных и, ну, синтаксис программы нужно знать. Вот. После импорта данных осуществляется обработка данного пакета, то есть, ну, проверка исходных данных на наличие элементов, структура которых не соответствует заявленной, для того, чтобы в дальнейшем применять алгоритмы каждому объекту, чтобы не было ошибок. Исключение пустых данных, исключение аномальных данных. Вот. И второе, это осуществляется объединение пакетов данных. То есть, во-первых, с той целью, чтобы, ну, оценка риска банкротства производилась не только за год до банкротства, но еще и оценить эффективность за 2-3 года, выявить, возможно ли вообще такое. Это во-первых. А во-вторых, для того, чтобы включить в модель авторскую динамичные показатели. То есть, когда у нас, если бы у нас был бы в исходной базе данных статично один год, мы бы оценивали только статичные показатели. А тут есть возможность оценить, как динамика влияет, например, изменения баланса, как, если активы упали, как это может повлиять на финансовое состояние компании. Поэтому было решено объединить пакет данных. То есть нужно было создать идентификатор года, во-первых, а потом уже объединение данных по уникальному ключу. В данном случае это является NNN компании. Это уникальный ключ в этих данных. Ниже простые примеры из кода, которые я использовал. Но это только часть, конечно же. После того, как обработаны пакеты данных бухгалтерской отчетности, у нас для исследования не хватает статусов компаний, то есть, ну, массива данных с классификациями. Компания действующая или компания недействующая. Чтобы в итоговых данных у меня было порядка 650 тысяч компаний. Чтобы вручную собрать эти данные, нужно открыть сайт федерального ресурса и, соответственно, вбивать каждый NNN компании и копировать. Это очень энергозатратно и неизвестно, сколько времени это займет. То есть, я не знаю, смог бы я физически это сделать. Желание, конечно, исследовать сильное было, но задача нереальная, наверное. Поэтому было решено написать с помощью библиотеки Selenium в Python программу, которая имитировала работу человека с сайтом. То есть вот вы сейчас на видео видите, как программа сама вбивает NNN-компании, осуществляет поиск и сохраняет статус компании в массив. Она это делает быстро и практически без участия человека. Иногда нужно просто контролировать, там, не закрылся ли сайт, не сломался ли интернет. И вот в массив компании Information мы имеем NNN и статус компании. Ну, соответственно, эти данные остается только обработать
и добавить к бухгалтерским отчетностям компании. В результате всех манипуляций, ну, вот наверху схема формирования итоговой информационной базы, получается итоговая база, содержащая в себе 650 тысяч российских предприятий. По ним, получается, у нас есть бухгалтерская отчетность, из которой можно формировать показатели, которые могут участвовать в логистической регрессии. Вот. Также имеется вид деятельности, то есть можно как оценить эффективность текущих моделей по виду деятельности в разрезе видов деятельности, так и, используя авторскую модель, строя собственную логистическую регрессию, также можно строить ее в разрезе видов деятельности. Вот. После того, как база сформирована, хотелось бы отметить возможности, да, этой базы. То есть, ну, во-первых, можно по критериям выделять определенную, по определенным критериям можно выделять компании из этой базы. По КВЭДам, например, можно выделить энергетические компании, строительные, их проанализировать. Вон, например, справа таблица «Анализ компаний, торгующих нефтью». Это АКВЭД 46.71. Итоговая выборка содержит 650 тысяч компаний. Компании с АКВЭД 6 тысяч было выделено. И, соответственно, можно вывести топ-5 компаний среди действующих по выручке. Это вторая таблица. Можно вывести долю выручки этих компаний по отрасли. И также можно вывести топ-5 компаний по выручке среди банкротов в этой отрасли. Также вывести их долю. То есть, ну, возможности довольно широкие. Можно было и выводить компании по размеру активов, по различным финансовым показателям, по доле собственных средств в активах. То есть тут ограничено только фантазией и способностями пользователя базы. Ну, естественно, самой структуры базы. Также из возможностей этой базы – это визуализация, то есть можно строить распределение определенных финансовых показателей как среди действующих компаний, так и среди компаний-банкротов. Можно выводить привычные для экономиста, например, отчеты. В данном случае это отчеты о финансовых результатах. По любой компании в Excel можно выводить. То есть тут можно писать любой код, любую отчетность составлять, любые показатели из бухгалтерской отчетности формировать по компании, которая есть в итоговой выборке. После того, как у нас база сформирована, мы можем оценить эффективность существующих моделей. То есть для этого нам нужно взять модель, рассчитать, ну, массив спрогнозированной классификации и сравнить с фактическими данными. После этого по метрикам можно оценить, насколько модель точна. К существующим, ну, была оценена эффективность существующих моделей, наиболее популярных. И было выявлено, что наибольшая эффективность у модели Фулмера, но это все равно низкая эффективность на уровне 60% правильных предсказаний о том, что компания банкрот. Это применение логистической регрессии. Ну, это модель, основанная на логистической регрессии. Что хочу добавить, переходя к задаче третьей, ну, авторской, создание авторской модели. Мной была сделана попытка тоже построить логистическую регрессию на итоговой базе данных. Я столкнулся, ну, с некоторыми проблемами. Итоговая эффективность была, ну, порядка 70%.
не выше, не намного эффективнее существующих моделей. Также была выявлена такая проблема, что в итоговой базе среди действующих компаний, то есть классификация у компании стоит 0, она действующая, но у нее есть признаки банкротства. И компьютер, машина, оценивая такую компанию, ну, введя ее в обучающую выборку, она видит, что компания действующая, и видит, что у нее признаки банкротства, и относит эти признаки к действующей компании. То есть здесь необходимо, наверное, еще доработать исходные данные, чтобы логистическая регрессия получилась. Пока что у меня не удалось это сделать, поэтому я перешел к методу, к другому методу. Да, было выявлено в процессе визуализации, что, так скажем, по распределению, вот, например, нижний левый график, это распределение показателя баланс на конец 2018 года к балансу за 2017 год. Было выявлено, так скажем, неравномерное распределение среди действующих компаний и компаний банкротов. То есть вот там, где от 0,5 до 0, данный показатель чаще встречается у компаний банкротов. То есть вот перешли, так скажем, к методу на основе визуализации. Так. Вот. В итоге этот метод дает эффективность 85%, но при этом, конечно, и под эти условия попадают и более половины действующих компаний, что не очень хорошо. Да, это недоработанный тоже метод визуализации. Так, вот. То есть в соответствии с поставленными задачами, первая задача выполнена, вторая тоже. На третьей задаче мы остановились. Вот. И перспективы дальнейших исследований как раз-таки при решении задачи номер 3, то есть построить авторскую модель, эффективную, на основе итога выборки, это осуществлять классификацию при более качественном отборе данных. То есть, опять же, повторюсь, что у нас такая грубая классификация. Либо 0 – компания действующая, либо 1 – компания банкрот. Но среди действующих есть компании практически уже на грани банкротства. И машина, опять-таки, классифицирует эти признаки как действующие, когда такие компании подаются в обучающую выборку. То есть вот это одна из проблем. Второе – это решение задачи кластеризации данных с учетом нивелирования той же самой проблемы. И третье – это использование нейронных сетей для решения задачи классификации. То есть я, конечно, во всех этих пунктах не разбираюсь. Это как перспективы. Не факт еще, что они смогут решить эту задачу. Это как дальнейшее, так скажем, направление возможное, которые могут решить поставленную задачу. Вот. На этом у меня все. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Руслан. Да, я что-то это... А вы не хотели бы несколько слов добавить или сразу перейдем сходу к карьеру обсуждения? Да, я думал, вы будете во время доклада, что-то в тишине как-то... Нужновато было. Да, конечно, к обсуждению, да, можем перейти. Ольга Геннадьевна. Да, можно, да, несколько слов? Да, конечно, конечно. Ну, я хочу сказать, откуда у нас возникла эта работа. После того, как в 2019 году мне посчастливилось поучаствовать в конференции, которую вы проводили, DCCN, и я поняла, что вот как-то направление, связанное с большими данными, ну вот мы были в то время не совсем в теме. И вот благодаря интересу
которые проявил Руслан к своей работе, у меня появилась возможность, ну, вот прислониться к этой тематике. И вот сегодняшняя работа, которая представлена на ваше суждение, это, по сути, результат, ну, вот его магистерской диссертации, инициатором которой выступал исключительно он. Задача, которая, ну, вот, в общем-то, была ему поставлена, она, это просто оценить прогностическую способность классических моделей. А переродилась она, я считаю, в то, что вот полноценно можно считать вот анализом больших данных. Он сформировал уникальную по масштабу и по смысловому наполнению базу данных, панельных данных. И вот мы уперлись в ситуацию, что пока до конца не понимаем, что с ней делать. Мы, в общем-то, не очень... вот в курсе, занимается ли кто-нибудь такого рода задачами в плане именно анализа больших данных. И то, что мы хотим сделать сейчас дальше, это, по сути, сделать вот тоже многомерную кластеризацию, но у нас очень много критериев. Выбрать из них значимые и вроде, ну, там, как-то на них ориентироваться, мы тоже пока еще вот не понимаем, каким образом, потому что по смыслу они вроде бы все значимы. А по сути... очевидно, что должны использоваться не все. Но первые попытки такой простейшей статистической обработки информации, они, ну, не показали чего-то разумного. То есть нам надо ее чистить дальше. Возможно, это должна быть не бинарная классификация компаний, ну, объект, по сути, исследования, а более такая детальная. Но... к сожалению, вот хотелось бы как-то узнать, может быть, вы что-то подскажете нам в том плане, где ведутся подобные работы, с кем можно проконсультироваться, потому, ну и с кем может быть вот более такое вот узкопрофессиональное сообщество, кто такого рода задачами занимается. Спасибо, спасибо. Так, вот Крянев Александр Витальевич, можно, да? Да, конечно, Александр. Значит, я из МИФИ, и вот здесь создан такой консорциум университетов, там и научно-исследовательские институты, там, связанные с тем, что вот как раз Газпромнефть, не Газпром, а Газпромнефть, она сейчас поставила, так сказать, перечень таких проблем, создание вот различных направлений, то, что он обвиняет искусственный интеллект, включая и создание вот как раз систем поддержки принятия решений, оптимальных решений в условиях неопределенности, риска и так далее, на всех уровнях, как в уровне всей этой компании, так и отдельных ее предприятий. И с этой точки зрения, конечно, основой, так сказать, интересует качество и полнота, и быстрота операции, так сказать, исходных данных, ну, в данном случае этой компании обширной, куда входят, не знаю, порядка, по-моему, 1500 предприятий отдельных подразделений. Так вот, с этой точки зрения можно установить с вами вот такую взаимосвязь, поскольку я вижу, что вы... ваша вот эта система, база данных, она вообще как ко всем, да, этим компаниям Российской Федерации, по всем, да, направлениям. Так, да? Да, только сюда, да, не включены банковский сектор. Там, ну, другая... ну да, за исключением, может быть, вот это банковское. Ну, а он вроде и не совсем нужен, по крайней мере, на этом этапе, а если говорить об этом частном, так сказать, направлении, связанное с вот с этой «Газпромнефтью». Мы могли бы с вами установить взаимосвязь, поскольку действительно вами проделана прекрасная, так сказать, на мой взгляд, работа вот этой систематизации, работа с большими данными, их работы, удобство работы с ними для того, чтобы черпать из них, вот, в частности, те многочисленные показатели, которые, на основе которых и делаются те выводы. Вот, с точки зрения исторических, это они у вас присутствуют на какой период? Или это
Для своей работы я брал данные с 16 по 18, по 18 год, но можно, вообще есть данные с 12 года. С 12 года можно, в принципе, да. Присоединить, да, к этой базе данных. Да. Хорошо, ладно, тогда мы с вами потом обменяемся как бы, вот этими адресами взаимодействия. Думаю, что есть перспективы вот, объединить усилия в вот, направлении, о котором я говорил. Спасибо. 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 Спасибо большое, Александр Витальевич. Еще кто-то хочет что-то умное сказать? Ну, Леонид Антонович, давайте я подключусь. Я немножко себя порекламирую. Значит, ну вот помимо того, что я вот выходец из школы Евгения Петровича Жидкова, значит, у меня еще есть, скажем так, параллельное направление, связанное с экономико-математическим моделированием. Я закончил в 2002 году магистратуру Высшей школы экономики. Вот, где вот писал магистерскую диссертацию под руководством ведущих ученых из СМИ. Вот. Ну и, соответственно, потом в течение 10 лет работал вот, в структурах, связанных с правительством Москвы. Вот, дослужился до начальника экономического отдела. Потом, соответственно, после смены власти в Москве, с приходом Собянина, соответственно, у меня был опыт работы в крупном нефтегазовом холдинге в течение года финансовым аналитиком RoEnergy, который находился на стадии, можно сказать, предкризисном. Вот, и я видел своими глазами, как холдинг, грубо говоря, вползал вот в кризис свой внутренний. И, соответственно, после этого, как бы, конечно, моя деятельность была уже в основном педагогической, то есть я вот стал преподавателем Рутена, но, в принципе, как бы консалтингом продолжаю заниматься, как свободный человек. Вот. Ну, то есть я вижу общие тенденции развития вот подобной аналитики. И должен сказать, что вот этот анализ, он существовал давно. В общем, то, чем вот вы вот нам рассказывали, это вещи, которые вот, совершенно четко этим занимался Сбербанк еще в начале 2000-х. У них накоплена огромная информация, вплоть до, ну вот я говорю, что по компании RoEnergy, они выгребли всю информацию по компании, вплоть до числа валенок, микроволновок и там автомобилей и их классов. И все это, грубо говоря, они забили в базы данных свои, вот, то есть для того, чтобы предоставить кредит компании, да, они описали, условно говоря, все имущество, то есть у них эти данные есть. И я подозреваю, что по каждой компании, более или менее крупной, которая обращается за кредитом, они набирают полную аналитику по вот, основным средствам, по кадровому составу, по прогнозируемым контрактам на 3 года вперед, по количеству скважин, которые планируют. Ну, короче говоря, полная аналитика. Вот, короче, компания, короче, полностью сдает себя как бы в плане информационных как бы, потоков. Вот. Ну, соответственно, вы понимаете, да, то есть какой кладезь есть в Сбере. Но, опять же, беседуя с людьми, которые, ну, с которыми я работал, да, вот, которые, грубо говоря, проводили эту аналитику, я понял, что эти вещи, они закрыты, они стоят больших денег, то есть там суммы идут на не 1000 долларов, скажем так. Вот, то есть средний ценник от 10 миллионов рублей, да, вот, за доступ к подобного рода анализу. Вот, поэтому то, чем вы занимаетесь, конечно, это вещь очень полезная, это нужная, потому что как бы всегда должны быть независимые точки зрения и взгляды. Но опять же, с точки зрения математики, я понял, как бы вот прогнозов в Сбере, ну, по крайней мере, вот на том промежутке там конца 10-х, начала 20-х годов, у них были большие как бы проблемы, то есть они вот не использовали как бы вот математические модели, я так понял, вот, потому что вот эти основные показатели, скажем так,
которые они требовали, это EBITDA, это ROE, это, ну, скажем так, прогнозные кэшфлоу, прогнозные там P&L, да, ну, это, извиняюсь, сыплю терминами. Кэшфлоу – это поток денежных средств, прогнозируемые P&L или P&DL, это отчеты о прибылях и убытках. Вот, скажем так, ну, то есть вот в основном крутилось вокруг этого. И дело доходило до того, что, допустим, компания закупила новые буровые, да, и из-за этого как бы поставила их на баланс, и из-за этого резко упали финансовые показатели, да, то есть и компания фактически стала банкротом именно из-за того, что, ну, скажем так, пошли большие амортизационные отчисления. Вот, с точки зрения как бы логики, да, то есть эффективность компании должна была бы увеличиться, да, потому что есть возможность применить более эффективные методы бурения. Но с точки зрения финансово-экономической, наоборот, как бы компания стала находиться в предкризисном состоянии. И, соответственно, бухгалтер была вынуждена отыграться, грубо говоря, вывести эти буровые из основного, с баланса, да, основных средств, и как бы положить их обратно на склад. Вот, поскольку они находятся далеко там на севере, да, то есть ни один финансовый аналитик из Сбера не поедет, грубо говоря, проверять, в каком они состоянии, на складе они или, грубо говоря, работают. Вот, ну, то есть это вот как бы взгляд со стороны вот человека, который вот работал в компании, которая, грубо говоря, хотела получить кредит, из которой требовали, скажем так, информацию об деятельности этой компании. Вот, соответственно, вот ваш подход, он очень интересный. Ну, конечно, там надо смотреть, опять же, по показателям, да, то есть я понимаю, что данные, которые вы подгружали, это квартальные данные отчетности. Это годовые. Да? Годовые. Да. Годовые, вы знаете, это ни о чем. Да. Ну, я, извините, я назову как бы грубо вещи своими именами. Нет, если речь про баланс, то это ни о чем. Это, как говорю, фото, да, на определенный вот момент. Но если речь вот про ОФР, то это, да, то есть немного информативно. Как бы, да, то есть реально как бы, вот, ну, я вот, насколько понимаю, так именно квартальная отчетность дает информацию о сезонности, потому что не имея данных о сезонности, мы вообще ничего не сможем прогнозировать, потому что большинство отраслей, они, ну, скажем так, носят, ну, скажем так, сезонный характер, да, в них наблюдается сезонность, вот, а так мы, грубо говоря, имеем среднюю температуру по больнице, вот, и вот уже, ну, вы понимаете, но, в принципе, как бы, проделанная работа, она гигантская, я просто понимаю вот тот объем, я как бы склоняю голову, да, перед вот той проделанной чисто технической работой, программистской работой, вот, то есть, если бы вы этот продукт продавали, да, вот сейчас, да, то есть стоимость его была бы, ну, не знаю, там, ну, трудно назвать ценник, но я думаю, что где-нибудь так от 100 миллионов рублей, да, вот как бы именно вот по с точки зрения того, что можно оттуда уже, условно говоря, вы достать и продать. Ну, извините, я как человек, который... Да, вот. Я хочу добавить, что я понимаю, что эта задача, она похожа на, так скажем, такую задачу, как определить, болен человек или не болен по его фото. Да, то есть тут мало данных, и нам нужно многое понять. То есть это понятно, что вообще, может быть, решения данной задачи нету. Но мне интересно было провести данное исследование. То есть, ну, то, что решения нету, тоже результат. Потому что сейчас очень много вот эти модели, они известны и продвигаются. То есть, если сказать людям, что это не работает, и не считать, то, мне кажется, это тоже результат будет какой-то. То есть мне это было как исследователь интересно провести. И интересно вот найти что-то, дальше продолжить. Вот, в этом плане. Я согласен с вами, вы очень хорошо сказали. То есть, да, тут я не... Это когда только начиналась работа, я думал, что как найдется какая-то супермодель, которая будет предсказывать там, супервероятностью, там, суперматематическая. Вот, но на практике не все так хорошо. Это да. Я с вами, конечно, согласен. Ну, а я тогда не соглашусь с Русланом в том плане, что
возможно, решения нет. В каком-нибудь приближении решение всегда будет. Просто мы его пока еще не нашли. Но надо просто продолжать работать. Я как-то руки опускать на этот счет не собираюсь. Вот. Ну, я просто к тому, что, безусловно, вам надо каким-то образом выходить на Сбербанк. Ну, по крайней мере, я знаю, что там точно вот подобного рода исследования проводятся, ну, в закрытом режиме. Вот. Может быть, там есть люди, которым это будет интересно. И, соответственно, вот вы найдете каких-то единомышленников, которые уже этим занимаются достаточно давно, и ну, почерпнете какие-то идеи. Но повторюсь, что эти вещи, они засекречены, потому что это все коммерческая тайна, они мне вот говорили. Вот. И, соответственно, вот посмотреть, условно говоря, даже на интерфейс, меня не представлялось возможным, да, то есть, ну, вот поэтому, ну, трудно что-либо так вот посоветовать, да, вот, ну, в принципе, как бы, вот, вот у них, как бы, есть отделы, связанные с анализом, ну, как бы, кредитоспособности предприятий, вот, и, безусловно, вот там, ну, может быть, банк какой-нибудь поменьше, не Сбер. Наверняка эти отделы есть во всех банках, то есть можно начать с каких-нибудь более мелких, вот, в которых есть как бы кредитные портфели и вот попытки оценивать. Вот устойчивость компании с точки зрения, ну, в основном, конечно, используют системы сбалансированных показателей, вот, движение денежных средств, отчет о прибылях и убытках, вот, ну, и, соответственно, прогнозные вещи связаны. Связанные с перспективами там, деятельности компании в плане наличия, скажем так, контрактов на ближайшие годы. Вот. Но вы вот сейчас говорите о том, что берется конкретное предприятие, и по нему уже по анализу его информации делается вывод о том, что будет оно в состоянии там, банкротства в ближайшее время или нет. А если говорить о некоем там массовом исследовании, ну, скажем, там... Нет, извините, вот именно у них там собрана информация вот по поводу, я не знаю, наверное, сотен тысяч предприятий, да, за, ну, не знаю, за 20 лет. То есть у них подобная база есть, вот, я к этому веду. И они сравнивают, грубо говоря, вот состояние предприятия с тем, что у них наработано. Ну, как обыкновенные кредитные, как все кредитные организации сравнивают пришедшего человека заключать страховой договор, да, ну или там кредит, да, сравнивают его с неким, как бы, ну, проводят актуарные исследования, ну, в смысле, расчеты, вот, насколько кредитоспособна организация, сравнивая, опять же, с некой выборкой. Вот, поэтому я еще раз повторюсь, что подобного рода базы существуют, но, может быть, они там по-другому построены, по другому принципу ведется анализ. Ну, короче говоря, вот мысль такая, что все-таки надо пытаться связаться с банкирами. Ну, так я конкретно. Понятно. Спасибо большое за совет. Спасибо. Стараться. У нас здесь хорошие связи с нашим региональным отделением Сбербанка. Правда, очень хороший тоже специалист. Недавно ушел на повышение. Был тоже по первому образованию программистом, и он это все понимал. Но, возможно, попробуем выйти тоже каким-то образом на Сбербанк. Спасибо. Скажите, пожалуйста, а вот в плане ну вот, научной деятельности, потому что Руслан, несмотря на то, что закончил магистратуру и сейчас работает вот в «Газпромнефти», он как бы вот относится к тем людям, кто хотел бы продолжить занятия, в том числе и наукой. Вот что на этот счет вы видите? Есть ли у нас вот в этом плане какие-то перспективы? И если да, то где есть наши единомышленники? Или где могут быть? Да, ну, можно я продолжу тогда. Смотрите, ну, конечно же, основная проблема, которая сейчас, вот как я вижу, необходимо решать, это прежде всего развитие именно вот направления не столько больших данных, потому что это, собственно говоря, вещь интересная, да, и очень важная, но все-таки вот в этой области надо, мне кажется, сосредоточиться на анализе панельных данных. Вот, там очень много нерешенных задач, вот,
как я вижу, особенно на вот панелях, связанных с, скажем так, с шифтами, да, ну, в смысле, с, со сдвигами, да, то есть, когда вот кризисная ситуация возникает, да, то есть, идет одна панель, потом надо резкий скачок, да, резкое изменение показателей, там надо эту панель перестраивать, да, то есть, и вот поиск вот этих точек сдвигов, да, структурных, на панельных данных на данном историческом этапе является очень интересным, очень ключевой. И я вот занимаюсь этими проблемами со своими учениками, со своими аспирантами. Вот. Мы можем объединить усилия в этом направлении. Вот. Ну, это как бы от меня такой вот позыв, скажем так, информационный. Спасибо. Мы потом сможем тоже обменяться, наверное, координатами, да? Ну, естественно, да. Спасибо. Вот, большое спасибо. Сергей Геннадьевич, ты ничего не хочешь сказать? Я пару скажу. Если говорить о вот сегодня докладывающейся работе, она выглядит довольно интересно. И, конечно, то, что интерес представляет база данных, потому что данных для применения различных моделей машинного обучения, их не так много доступно, достаточно часто их приходится собирать теми или иными способами. Ну вот, я думаю, что, скажем так, создатели базы данных, они, наверное, сами должны принять решение, будут ли они сами эту базу, скажем так, эксплуатировать, поддерживать, или они ее, может быть, сделают доступной для сообщества, для других как бы исследователей. Ну, это вопрос, как говорится, открытый. С точки зрения методов, которые использовались, ну, я, честно говоря, ничего особенно сильно нового не увидел. Да, действительно, есть вот модели Альтмана. Первая модель Альтмана, она была там в 1968 году, потом он предложил несколько продвинутых как бы моделей. Но с точки зрения современных как бы исследователей, скорее негативное отношение к моделям прогнозирования, которые основываются только на бухгалтерских данных. То есть есть такая точка зрения, что нужно обязательно учитывать вот текущие динамические рыночные данные, но это, понятное дело, относится к тем компаниям, у которых есть котируемые акции или котируемые облигации, и тогда вот прогнозирующая способность модели, она становится намного-намного выше. Поэтому вот тот подход, который используется здесь, он, конечно, имеет ограниченное применение. С точки зрения исследований, ну вот, на мой взгляд, есть, ну вот именно с точки зрения исследований, есть другие как бы подходы, которые базируются на совсем других вещах. Ну вот, например, в принципе, в кредитных рисках, в моделировании, оценке кредитного риска есть четыре основные класса моделей. Да, есть модели, структурные модели, есть редуцированные модели, есть модели кредитной миграции и есть эконометрические модели. Фактически вот у вас эконометрическая как бы модель, и она, наверное, больше всего интересна с точки зрения приложений. А теория, которая там получается, она получается не такая богатая, не такая содержательная. То есть то, что получается, например, в структурных моделях или вот в других классах моделей кредитного риска, там намного более высокий уровень математических методов, которые применяются. Здесь, конечно, все немножко по-другому. Вот. И я хотел бы сказать, что с точки зрения развития, конечно, надо идти в направлении глубокого обучения и в направлении обучения с подкреплением, потому что вот эти вот базовые, скажем так, модели машинного обучения, такие как модели классификации, бинарной классификации, даже модели регрессии, они, конечно, не дают большого эффекта. То есть то, что способно, те нелинейные зависимости, которые способны уловить, скажем так, нейронная сеть правильной архитектуры, это совсем инструмент другого потенциала. Хотя на ваших данных тут, возможно, потребуется, может быть, суперкомпьютер, чтобы
чтобы, скажем так, такую модель построить, потому что данных достаточно много. Так что я думаю, есть куда развиваться, конечно, вот по этой работе, но нужно думать, чего вы хотите достичь, к какой точке вы хотите прийти. И еще хотел добавить, что в принципе, вот если говорить об анализе на основании финансовых коэффициентов, то это не обязательно, конечно, модели банкротства. Есть, например, модели управления портфелем, модели прогнозирования, скажем так, стоимости ценных бумаг, акций, которые тоже базируются на финансовых показателях. Поэтому здесь не обязательно ограничиваться только банкротством. Ну, пожалуй, все, наверное. Да, ну тогда вот в продолжение Сергея Геннадьевича как бы мысль, да, то есть получается, что мы можем пойти дальше, эту базу данных развивать в направлении, в том числе и маркетинговых исследований, да, то есть, ну, то, что я вот проговорил насчет того, что большинство кредиторов интересует портфель заказов, да, то есть возможность того, что вы будете, грубо говоря, у вас будет входящий финансовый поток, да, связанный с тем, что вы будете что-то продавать. Если, ну, абстрагироваться от там нефтегазовой отрасли, то, безусловно, как бы вопрос о том, будет ли пользоваться спросом ваша продукция в ближайшие годы, за сколько вы ее сможете продать, и, соответственно, объем рынка, ваше продвижение на рынке, соответственно, тут мы как бы упираемся в проблему платежеспособности населения. Платежеспособность населения напрямую зависит от экономического роста страны, конъюнктуры, опять же, мировых рынков, ну и так далее. В общем, вы понимаете, да? То есть можно идти в плане как бы доработки очень далеко, но опять же, это все надо как бы для себя понять, может быть, какими-то разбить все по этапам, но перспективы, конечно же, очень-очень интересны, если вот применять, ну, мы понимаем, что да, технологии развиваются, что там в ближайшие 5 лет анализ данных и быстродействие машин будут только увеличиться, и, соответственно, возможности будут очень-очень большие по анализу данных. Да, спасибо. Спасибо большое. Большое спасибо участникам. Очень интересные были предложения, сообщения. Обмен координатами. Я не знаю, здесь я не нашел где-то чата, чтобы можно было вбить свои имена. Вы тогда, если не возражаете, посылайте мне, а я всем остальным разошлю эти электронные адреса. Если пожелаете телефоны, то и телефоны, чтобы были взаимные общения. Это по этому поводу я хотел сказать. Возможно, еще кто-то хочет сказать завершающие слова. Александр Витальевич, ничего не хотите сказать вдогонку? Все в порядке, вы сказали? Вы к кому обратились? К вам, Александр Витальевич. Да нет, тут я подтверждаю свои слова, заинтересован. Все, что хотели, уже такого, сказали, да. Да, такого рода база данных, которые помогают вот в таком оперативном режиме вылавливать информацию. И для того, чтобы на основе каких-то моделей включать их в расчетные части и получать те показатели, которые регистрируются, с одной стороны, в силу каких-то планов по развитию предприятия или отрасли. Есть такие программы, которые эти показатели зафиксированы как достижение того или иного уровня продвижения, так сказать, развития предприятия и отрасли. Поэтому мы заинтересованы в взаимодействии с коллективом, спасибо, который представлен. Спасибо, Александр Витальевич. Ольга Геннадьевна, я вас перебил, прошу прощения. Я хочу сказать большое спасибо всем участникам этого семинара. Большое спасибо за предоставленную возможность доложить результаты нашей работы. Потому что одно дело вариться в своем узком кругу. К сожалению, мы имели возможность докладывать наши результаты только экономическому сообществу. И все тонкости, большую часть
тонкости работы, связанные с получением вот этой базы данных и с интерпретацией этих данных, оценить, ну, у нас, вот, к сожалению, нам было сложно найти специалистов. Поэтому мы очень рады, что такая возможность была нам предоставлена, и очень надеемся, что вот сотрудничество, которое, возможно, завяжется у нас с вами, оно будет плодотворным. Мы обязательно свяжемся с и Сергеем Анатольевичем, и с Сергеем Геннадьевичем, и с Александром Витальевичем, и попробуем уже в частной беседе, ну, вот, нащупать те точки соприкосновения, которые позволят, ну, нам двигаться в том направлении, которое мы для себя задали. Спасибо большое еще раз за такую возможность. Руслан, хотите сказать? Да, я присоединяюсь к вашим словам. Спасибо большое. Хорошо, спасибо, это Рианик Александрович. Спасибо. Спасибо всем. Да. Доклад, всего доброго. Да. Впрочем, участникам. Спасибо за интересный доклад. Да. До свидания. До свидания. Всего хорошо. До свидания. Можно, Леонид Анатольевич, да. Наши координаты вам на почту прислать, правильно? Лучше пришлите мне, я потом все в кучку соберу и разошлю по всем адресам, чтобы не писать много писем. Хорошо,